Всем привет, друзья! С вами Jetpod 90, вы находитесь на канале честных обзорных стримов и бодрых летсплеев. Сегодня у меня просто шебутной вечер, три стрима подряд, у меня уже вот такая головешка, но сегодня все игры классные. Сначала я погрузился в мистический Prey, просто это было очень здорово, ребят. Словами тяжело такое описать, когда тебя прям зажигает игра. Далее вот только что прям буквально закончился стрим по игре Atlas Reactor. Я впервые играл за нового наемника, и как ни странно, мы даже успели последний особенно бой получился вот сделать его прям вот крутяцким, да, он получился невероятным. Я, кстати, настоятельно рекомендую вам посмотреть, и если даже вы не хотите смотреть весь стрим, то перемотайте на последние 30 минут. Последняя катка была самая крутая на киберкузне, прям, мое мнение, она прям идеальнейшая, лично с моей позиции, с моего взгляда. Ну и сейчас начинается стрим по игре The Search. Это третья игра, которая меня очень вставляет, мне нравится в нее играть, и сегодня второй день прохождения. У меня задача такая, не только делать все то, что я делал, мне причем это очень нравится, я это делал несколько часов в прошлый раз. Я хочу попробовать сегодня все-таки убить большого такого зеленого строительного робота. Мне вот тупо любопытно, я вообще смогу с ним справиться или нет, потому что мне уже зрители понаподсказывали, что все возможно, Джет, самое главное, руки не опускай, поверь, все получится. Вот я сейчас, естественно, верю в позитив, ребятки, и буду надеяться, что все срастется. Короче, подписывайтесь на мой Twitch и YouTube канал. На YouTube нажимайте колокольчик, чтобы получать оповещение обо всех новых трансляциях и стримах, которые появляются на канале. Вступайте в мою группу ВКонтакте и присоединяйтесь к моей группе на платформе Steam. Все ссылочки, ребята, будут в описании. Если сейчас там вдруг чего-то нету, то не переживайте, все со временем будет. Да, и пишите свои комментарии, если они есть в Твиче, потому что ВКонтакте я их не прочитаю, могу читать сейчас на смартфоне все, что вы пишете на Твиче. Так что надеюсь и верю в позитив. Ну все, переключаемся. Мне уже хочется, если честно, поиграть. Мне уже даже все равно, что я уставший, я безумно рвусь в бой. Мне хочется устроить веселуху по полной программе. Если вы помните, в прошлый раз мы с вами остановились на том, что мы дошли до какого-то прям глубокого-глубокого тайного убежища, и там стоял какой-то чувак странный, от которого я не успел увернуться, и он меня, ну, нагрузил по полной программе, навешал мне люлей хорошенечко так. В общем, попробуем сейчас что-то с этим сделать, может быть, мне как-то удастся все-таки его победить, я верю в лучшее. У меня всего пара минут для того, чтобы попытаться хоть как-то вернуть мои детальки, которых у меня было много, и я вот сейчас настроен на результат, друзья мои. Я попробую сейчас как-то обойти. Обойти лишние преграды, хотя, мне кажется, мне это не удастся, потому что лишнего тут ничегошеньки-то и нет. Ладно, пойду стандартным путем, а то я потом заблужусь. Шикарно. Так, движемся далее. У меня всего 2 минуты, ребят. Я должен успеть это сделать. Я надеюсь, что я это успею сделать. Блин, хотел его как следует распилить, но мне это не удалось. Да, я получил свое. Отличненько. Ох, ё-моё! Вау-вау-вау-вау. Вы чё, офигели, что ли? Алё. Агрессивные роботы. Да вы совсем прикалываетесь. Тихо-тихо-тихо.
Жесть вообще просто. Я сам себе поражаюсь, как я это делаю. Слушайте, это очень динамично, это очень круто, мне нравится. Фух. И это вам не хухры-мухры. Ой-ой-ой. Да, соряныч. Да, я забыл, что здесь есть уже свой хозяин таверни. Угу. Так, стоп, что такое? Нам это не надо, я понял. Здесь никого. Да, я в курсе. Тут мы ничего сделать не можем. На, с ноги. Ху-ху-ху. Так. Давай. Давай, умри уже. Отлично. Так. Мужчина, дайте поговорим. Так. Да ну ё-моё! Расстроил он меня. 2 минуты осталось. Успею, не успею, интересно. Прям очень любопытно. Так, народ. Вас как-то многовато, вам не кажется? Тут двое. Ребята, это нехорошо. Фух. Это вам не хухры-мухры. Так, ну, свет-то у меня горит. А чё толку от этого света? Давай, 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 иди сюда. Ой-ой-ой, давай, иди сюда, ну. Ну, лети сюда, давай, лети за солнцем вслед за мной, ну. Блин, 1,5 минуты осталось. Ё-моё. Отлично. Так. Отлично. Так, давай, мужик. Отлично, раскочегарили тебя. Хорошо. Ай-яй-яй. Ну, давай, ну.
Блин, а хорошо меня помяли. Это не радует нифига. Блин, ни хрена не видно в этой штуке. В этом, мягко говоря, аду. Так, тело. Ну давай уже. Фигня, блин. Косматая. Текс. Давай. Ну. Текс. Я понял. Взаимодействие. Мне здесь чё? Всё-таки чего-то не хватает. Так. Текс, я понял. Да, вот здесь был этот чувак, вот здесь я в прошлый раз умер, ребят. Ну чё, смогу, не смогу в этот раз? Вот кто как думает, друзья? Вот мне прям любопытно. Я бы даже сказал, принимаю ставки, но я чё-то не уверен, что это правильная идея. О, я подобрал то, что потерял. Что-то я прям это, сыкотно мне, слушайте. Блин, надо самое главное увернуться от первого удара, да, я так понимаю. Блин, а. Ух ты ж, ё. Долбануться. Можно стоять на медицинской станции. Окей. Да, я думал, мне капец. Да-да, мы в курсе. Ух ты ж.
Офигеть, вообще не думал, что справлюсь, но справился, блин. Ай-яй-яй. Да-да-да-да, чувак, да. Я уже понял, что ты тут типа насяльникой. Так. Это где-то подо мной, да? То есть нужно все-таки как-то умудриться зацепить там этот момент. Давай, давай, ну. Да ё-моё, не успел. Так, где-то это здесь. Да, вон там. Вот, а как туда попасть? Кто-нибудь знает? Вот здесь проход должен быть. Да. Отлично. Так, кто-то наверху, что ли, ходит? Я не пойму, звуки такие, что начинает это пугать. Станция сборки ракет. Круто. Фух. Так, энергостанция. Давайте посмотрим, что там наверху такое. Мне прям очень любопытно. А я ж туда не могу, да, залезть? Интересно, а как туда тогда попасть можно? Любопытно прям. Что это такое? Вот станция магнитной дороги. Ага, и как это сделать? Никто не знает, ответа на вопрос нет. Так. И зачем я это сделал? Ага, вот зачем. Любопытненько, совершенно случайно. Так. Ага, так, а тут ничего такого, да? Да, тут ничего такого. Это значит, вот туда надо подняться. Где-то здесь пробежать.
Отличненько. Главная сборочная линия. Так. Ой-ой-ой. Ты ж куда я упал-то? Я упал сюда, на вход, да? Вот я дурачок, а ведь там можно было еще пройти. Ладно, сейчас разберемся. Эх ты ж! Да ладно, вы издеваетесь! Один удар он мне сделал. Один! Как? Карл, как ты это сделал? Долбануться, а? Ладно. Сейчас мы разберем там все. Ничего, это недалеко. Капец, я вообще в шоке, блин, как он это сделал. Так. Отлично. Не-ден-ден-ден-ден-ден. Прекрасно. Да ё-моё, ладно, ничего страшного. Отлично. Сборочные линии тут заработали. Никак не ломается? Нет, не ломается, видимо. Так. Что-то валяется. Окей. Да, детка. Это моё.
Так. Две минуты. На тебе! Достал. Так, я все свое подобрал. Это меня радует очень. И вот этот чувак меня удивил. Как он меня раскидал, конечно. Я даже не понимаю, как он смог это сделать ваншотом. Я так и не понял. Походу, он по мне не один раз все-таки попал. Есть у меня такая догадка. Да, детка. Такс. У меня 15 тысяч деталей. Мне кажется, есть смысл вернуться обратно и сдать их. Потому что мне грозит смерть от переедания запчастей. Это было бы вредно. И глупо с моей стороны. Пойду я сдам. Заодно... проапгрейжусь чуть-чуть. 15 тысяч запчастей, это вам не в тапки. Так. Отличненько. Так, мне надо 35 энергии, да, чтобы заряд блока была. У меня 26 сейчас. Давайте, прежде чем это делать, мы сначала сюда заглянем также. Мы разобрали пару деталей. Кто-то это хорошо. Так, стоимость создания. Но нам же это не нужно создавать, правильно? Или нужно? А, стоп. Так я ж... А, ну понятно. А как мне... Не совсем понял, а где мне брать каркасы и апгрейджены уровни? Наверное, дальше надо проходить. Скорее всего, нужно находить более мощных чуваков, да, и, собственно, тогда они и будут что-то из себя представлять. Подходящее для меня. Потому что по-другому, я не знаю, как это можно еще объяснить было бы. Во, 30 набрал процентов. 30, точнее, единиц энергии, значит, а у меня надо 35 максимум. Так, 35 тогда откроется. Что у нас там новое-то? Инъекция, которая восстанавливает здоровье за счет энергии. Прикольно. Но нам сейчас это не надо. Так, меня почему-то, как обычно на Твиче, вот это вот разделение стрима, оно меня сейчас уже веселит просто-напросто. То, что ты сидишь, смотришь стрим, контролишь его, и тут бац, тебе высвечивается, что... Стрим прерван, мол, чувак, соряныч. Окей, на. Да, детка. Этих мы раскидали. Это нам не помеха. Главная сборочная линия, да? Ну давай, чувак. Чувак. Ладно.
Вон там этот большой гигантский монстр, я даже не знаю, рискнуть, не рискнуть вливаться туда. Личненько. В порошочечек. Так. Здесь у нас ворота пока не открыты. А где же я открыл там ворота-то те? Прям любопытно аж самому стало. Куда-то же он должен был их открыть. Не просто ж так. Отлично, здесь так. Тут вот. Так, а тут у нас куда это мы падаем? Или мы не падаем сюда? Да не, вроде не падаем. Ну-ка, давайте проверим. Так. Ну, выносливости не хватило, блин. Отлично, подобрали. Такс. Там вот что-то наверху, слушайте. Любопытненько. Ага. Да ё-моё, а, чуть-чуть. Ух, ё-моё. Давай, 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 выходи, выходи смелее, давай, мужик. Наконец-то я хоть конечность ему отрежу. А то что-то как-то я их жестко рублю, аж не успеваю конечность ему отрезать. Так, тут мы все разобрали. Это, кстати, прикольно. Нашли местечко, в котором еще не были. Это приятно, знаете ли. А, я так понял, здесь тупик, да? То есть дальше нас не пустит. А тут какая-то рельсовая дорога. Угу, прикольненько, прикольненько. Окей. Двигаем дальше, друзья мои, двигаем дальше. Так, сейчас извиняюсь, ребят, секунду, хочу пить. Такс. Побегли вниз. Давайте посмотрим, что вон там за поворотом. Там за туманами. Станция сборки ракет. О, как раз мы тут же сюда пришли. Воу-воу-воу-воу-воу! А ты что такое? Да ладно, хорош, ты чё? Offline. Secondary systems operation.
professional. Да ну ё-моё, не-не-не! Я чё-то как-то не ожидал немножко, что здесь такая хрень появится, вообще никак не ожидал. Это ещё было прикольно, слушайте. Капец, я растерялся. Ладно, такое бывает, окей, на. Ща разберемся, народ. Ща все будет. Сложненько, конечно же, я не спорю. Играть-то сложненько. Так, а это у нас инъекция восстанавливает здоровье за 30 секунд. Ну, это у нас уже было, по-моему, что-то подобное. Be careful out there. Так. Там за туманами, вечными пьяными. Клич. Карно. Так. Давай, мужик, давай, смелее. Давай, ну. Да ну, ёшкин ты матрёшкин, да как ты это сделал, чувак? Ты просто не мог этого сделать. Капец, ну я ж два раза отпрыгнул, два раза увернулся. И все равно меня нагрело. Даже как-то обидно. Прям расстройство какое-то. Такс. Та-та-та-та-та-та. Ничего не происходит, окей. Эту штуку я пока не могу открыть, сорян. Ха-ха-ха.
отличненько. Этих в порошочек. Головешечка. Давай, головешечка. Ну, головешечка, давай. Давай. Опачки, сори. Не твой день сегодня, извини, мужик. Отлично. Так. Отлично. За счет них-то я в основном и отхиливаюсь, и это хорошо. Блин, как мне того робота громил убить? Я все не пойму, потому что они такие здоровенные. Да ну ё-моё. Раскатал в труху. Обидно даже. Фух. Такс. Спина уже болит, блин. Вон того хотел громилу завалить, вон того. Того большого-большого вон. Вот как это сделать? Ай-яй-яй. Вот как этого громилу вальнуть, а? Здоровый какой кабан. Сколько мне известно, надо к нему подойти в ближний бой и сражаться в упор. Но я даже не уверен, могу я это сделать вообще, нет? Че, попробуем, не попробуем? Так, подождите, а че у меня вон там горит? Что якобы у меня... А, ну да, я же профукал... Совсем офигевшие. Так, тут все раскидали, что было. Фух. Я же даже не знаю, справлюсь я с ним, не справлюсь. Я уж не уверен до конца-то. Засран, блин. Ждет Севастополь, ждет Камчатка. Удачи.
Так, этого раскидали, того раскидали. О, повышение уровня оружия произошло. Ух ты, смотрите, что происходит. Ой, там этот чувак ходит, да? Блин. Что, рискнуть, не рискнуть, войти, не войти? Прям я даже не знаю. По идее, мне нужно, конечно, дособирать запчасти в идеале. И прокачать еще импланты. Ну, блин, ладно. Где наш не пропадал? Попробую еще разок. Я сегодня, на самом деле, уставший, ребят. Вон эта штука. Сейчас попробуем собрать ее. Да ё-моё! Да ну как ж ты так? Да, зараза. Ай-яй-яй-яй-яй! Enforce maximum punitive measures. Dispensing sentence. Subjugation authorized. Ай-яй-яй-яй! Да ну нет, ну... Я примерно понял, конечно, как его убивать, но, блин, как же я ошибся сейчас в решении, это было обидно. Да, но мне в идеале надо сначала, конечно, прокачать костюм, чтобы все импланты поставить. Тогда будет попроще, а сейчас имплантов не хватает и какой-то прям вот напой. Зачем я сюда вышел? Какой-то напряг прям. Ладно. Take care. Привет. Да ну ё-моё, опять я поспешил и... Раз, два, три. Надо постоянно отрубать части тела, надо не торопиться. Если я не буду торопиться, то все будет хорошо. Раз, два, три. Просто когда отрубаешь, реально находишь кучу запчастей, огромное количество. И это помогает прокачиваться. Раз, два, три. Да ну как же ж... Блин, это комбо получается. Если начинаешь с удара верхнего, точнее правой кнопкой, чтобы он сверху бил вертикально... И потом два горизонтальных у него получается сверху по плоскости, а потом с разворота двойной удар. То есть четыре удара вместо трех. Блин, кстати говоря, комбо это весело. Давай.
Блин, ну этого почему-то деталька не отваливалась нигде. Давай. Дай мне свою конечность. Робин Гуд, блин. Так, правая рука. Раз, два, три. У этого тоже ничего не отваливалось, как ни странно, и это обидно. Так, вот тут еще один стоит. Я их изучил практически. Раз, два, три. Отлично. Я не пойму, иногда у них отваливаются конечности, иногда нет. Но с чем это связано, я не имею ни малейшего представления, потому что каждый раз это все по-разному как-то происходит. Иногда у них отваливается, иногда не отваливается. И вот сиди гадай как хочешь. Это странно. Скажу я вам так. Очень странно. Так. Оторву. Да. Прекрасно. Вот у этого не отваливалось, к сожалению. А я прям не спеша рубил. По идее, должно было у меня что-то появиться в загашнике. Блин, у этого тоже обидно. Где там? Особо смелый, особо ленивый, не знаю, как его правильно назвать. Где правая рука? Правая рука, давай. Давай, правая рука. Ну, правая рука, давай. Да ну ёшкин ты матрёшкин, вот это я кривой. На! Шикарно просто. Мне понравилось. Тупенький я, конечно, тупенький. Головёшечка твоя. Левая рука, голова, правая рука. Давай, мужик, давай! Давай! Угу. Наконец-то. Отлично. Конечности, это всегда хорошо. В подвал не пойду, мне там не понравилось, темно слишком. Да, я говорю, правое, левое, левое — это комбо. Теперь вопрос в том, есть ли другие варианты комбо. Блин, 2 минуты всего лишь, чтобы того чувака перехватить. Я вот не знаю, нападать, не нападать на него. Мне этот звук... Откуда он здесь? Вон там, да? Вы получили укрепленное оружие Тумба. Это что такое еще? Оружие, тумба, это что такое? Средний, средний, очень низкий навык владения. А скорость средняя, средняя. А, у меня есть средняя, средняя, средняя.
Окей, журнал. Это все понятно. Это тоже что такое? Освободитель, ордер на арест. Базе данных секречена, список рассылки, все понятно. И в инвентаре у нас... так, так. О, сколько я, оказывается, на самом деле нашел-то этих... ингредиентов-то. А можно ли как-то их проапгрейдить? Нет, наверное, нельзя, да? Нет, нельзя. Вот это же как-то должно апгрейдиться. Видимо, не должно. Наверное, я тут губу раскатал. Ой-ой-ой. Так. По идее, надо бы мне вернуться, прокачать себя. Правая нога. Давай, подходи. Будет тебе сюрприз сейчас. Так. Так, отличненько. Раскидали, красавца. Давай, стреляй уже, давай. Не хочешь? Ну ладно. Отлично. Минус ты. Прекрасно просто-таки. Помри уже. Отлично. Прекрасно. Так, и вот тут мы спускаемся вниз к турелькам. Лищ. Ну давай. Отлично, это тоже раскатали. Так, ну вон там вот самая жопа. Я не знаю, что с ним делать. Я думаю, мы сейчас сюда не пойдем, потому что я этого робота еле-еле-еле бил. Видимо, не хватает мне мощи в оружии. Мы сейчас сделаем по-другому, друзья мои. Мы сейчас все-таки попробуем прокачать нашего персонажа в первую очередь, да? И только потом будем наглеть. Тело, правая рука, голова. Да, все-таки надо правую руку пока давить. Правая рука, правая рука. Давай. Давай. Хрюк, давай. Ну давай, хрюк. Хрюк-хрюк, ну. И еще разок. Отлично. Прекрасно. Здесь взяли. И вот еще одну. Да, мы прям понабирали очень много этих рук. Не знаю, это должно повлиять, по идее. Хотя, если это не повлияет, будет странно. Как-то же должны эти запчасти апгрейдиться в конце-то концов, блин. Да, я не пойду туда. Не ругайте меня сейчас за это, пожалуйста, потому что я думаю, все-таки надо взять два импланта для начала, чтобы усилить моего героя. И только после этого, когда я уже буду в фулл имплантах весь, с отхилками там и прочей хренью. Да-да-да, я знаю, исчезайте, мне пофигу.
Мы уже определились с этим. Так, там ничего нету. Тут тоже ничего нет. Обидно даже как-то. Вот там же чувак ходит как-то. Вот как он там ходит? Ну вот по-любому какой-то подход-то тут есть, а как? Откуда? Почему я не могу найти этот проход туда пока что? Ах, как меня это раздражает, ну ладно. Чем богаты, тем и рады, окей. Вон он ходит наверху, вот. Засранец вот он. Попасть бы туда как-нибудь. Скорее всего, вот этот проход, вот эта лестница, да, вот она ведет вот сюда. Вот она, вот эта штука, вот она. Здесь не подняться, да, здесь же сломано получается. Да, здесь, скорее всего, не подняться. Идет она вон туда. Ага, там вот есть элеватор. А этот элеватор, слушайте, а он не у базы случаем? Да, а он ведь у базы, вот же ж... Вот здесь он. Энергоподъемник не работает. И как бы запустить я его тоже, да, не могу никак. Что нифига не весело. И этого никак не оправдать. К сожалению. Ничего с этим не сделаешь. Так, я разобрал кучу предметов. Правда, не такую уж и кучу, но все-таки. Так, Q. Четвертый уровень, да? Понял. Так. Это у нас... В общем, все, что было, я проапгрейдил, все равно толку нет смотреть на это без дела. Такс, инвентарь. Вот тут у нас было много вкусняшек. Вот это классно. Тут мы понаапгрейдили всего. Точнее, понаразбирали. И теперь мы переносим основную массу в хранилище. И нам, наверное, не хватит, да? Я тут уже губу раскатал, нам, походу, не хватает. На полноценный апгрейд до 35. Раз. Да, нам хватило только на 2. 32 блока. Да, это нудный фармик. А во всех остальных моментах это не так легко. Следует признать, это действительно нелегко. Так... Того робота попробовать вальнуть, блин. Того робота, по идее, несложно убить. Это не так тяжело, но вот как это сделать? Потому что добраться до него — это одна задача. А вот сделать так, чтобы тебя вот не покоцали, это другая задача. А они, конечно же, мне такого не дадут, такой роскоши. Постоянно меня пинают.
Давайте голову попробуем перерабатывать. Да ну ё-моё! Да, слишком агрессивная игра, она к хорошему не приводит, конечно, к сожалению. Как бы я ни пытался выпендриваться, но когда на тебя нападают двое, остается только либо наносить точечные удары, либо все-таки выманивать их по одному. Отлично. Фокусим сейчас только голову. Будем собирать только головешечку. Окей. Да ну ё-моё, слишком быстро раскидал. Головешку не отжал. Блин, обидно. Такс. Так, что-то у нас тут много народу. Давай. Ну, давай, смелее, смелее. Такс. Отлично. Та-та-та-та-та. Да. На, головешку-то. Так, шлемак забрал. Да не могу я пока тебе открыть. 55 энергии нет у меня. Голову дай. На. Да ну ёлки, поспешил, обидно. А счастье было так возможно, и так возможно, и вот так. Голову. Отлично. Запчасти были возвращены. Ну. Получается, короче, я вот сейчас попробовал новые варианты, да? Получается, что для разных частей тела разные способы, ну, ударов. Если, например, голову оторвать надо, то предпочтительно бить вертикальным ударом.
А то от горизонтального толку нет. На! Отлично. Да, вот я смотрю, когда бьешь, короче, вертикальным ударом, ну, стараешься в основном бить по голове, то ты голову отсекаешь. Как это, как бы это странно не было. Давай. Раз, два, три. Эх, это вот сейчас не сработало. У него хпшки не хватило, я его просто порвал в щепки. Что здесь такое? Что за... А, вот наверху, да, он срабатывает. Наверху, да, это беда. Туда я забраться не могу, к сожалению. Текс. Ну ладно, сделаем последнюю попытку убить робота. Если у нас это не получится, ну как бы и хрен с ним. Значит, надо все-таки прокачаться до конца и только потом выпендриваться. Раз, два, три, четыре. И отрубаем голову. Так, уровень оружия 10. Я надеюсь, это на что-то влияет. Желательно в лучшую сторону. Так. Тут ничего такого не валяется, потому что я что-нибудь не подобрал. Нет, ничего тут не валяется, обидно. Фух. На самом деле, вот как ни странно, да, вот момент такой. Я сейчас бегаю и занимаюсь одним и тем же. Я фармлю ресы для того, чтобы проапгрейдить своего пехотинца, так сказать. Но, как ни странно, мне это не надоедает. Как ни странно, хотя, казалось бы, я... В общем-то, делаю практически одно и то же действие, да, по факту. Но мне почему-то хочется делать его снова и снова и снова. Единственное, что для стрима это не особо весело, это хочется проходить. Но, блин, попробуй тут пройди, когда против тебя такие роботы здоровенные. Попробуй, как говорится. Справься с тем, с чем справиться не можешь. Но я сейчас попробую. У меня, собственно, вот сейчас отхилки много в резерве. Может быть, мне это удастся. Я, конечно, не уверен на 100%. Но попытка-то не пытка. Что ты там делаешь, эй? Давай. Давай, собачка. Да ну ё-моё! Вот удот, а! Ну вот как так? Капец, походу я реально сонный, ребята, я уставший, что-то не получается у меня. Даже уже начинаю сдавать обычным рядовым солдатам, и это странно. Ну, мы тогда с вами сделаем вот так вот. Да, я всё-таки заинтересован-то в результате, а не в обычных сливах. Это, знаете ли, неинтересно вот так вот сдавать позиции. Такс. Угу. Не хватило чуть-чуть. Ну и ладно. В общем, ребят, на сегодня тогда закончим, потому что я вообще никакущий. Я не могу даже, у меня тупо не получается затащить, что, как вы понимаете, собираетесь выйти из игры, продолжить? Ой, подожди, да, выйти из игры.
Отлично. Это сегодня нехорошо, но с другой стороны, если честно, мне даже понравилось то, что я нашел вторую громадину. Я хотел драться с первой громадиной, с зеленой. Я нашел две громадины, причем против второй я уже более-менее понял тактику, то, что нужно нападать ей в ноги, атаковать ее. И она, дабы избежать удара по вам, она отпрыгивает. Но когда она отпрыгивает, наносит урон. Урон-то, правда, копеечный, то есть справиться можно. То есть, что нужно делать? Нужно влететь под ноги, нанести комбо, три удара сделать, и тут же самому отпрыгнуть. Этот робот тоже отпрыгнет. Так происходит, там, по-моему, ну, короче, пока оранжевая полоска не наберется внизу. После этого он начинает, он запускает залп ракет, делает. По-моему, 4 выстрела или 5. Короче, самое главное отпрыгивать все это время. То есть просто двигаться в каком-то направлении и прыгать рывками, чтобы ракеты падали на старое место. И после этого, как только он перестал это делать, нужно еще раз ворваться, вдарить ему. И он, по идее, должен так сесть и типа такой: я сломался, я сломал. Ну, что-то в таком духе. И в этот момент его надо мочить, нельзя его отпускать. В этот момент надо подойти и давать ему комбо за комбо. Чем больше, тем лучше, потому что это... это как раз ваш шанс, мой шанс, сбить с него хп. Вот у меня примерно такая тактика выработалась против второго робота. В следующий раз, короче, я его буду валить. То есть я вообще просто вот я буду игнорировать все, я буду бежать к нему и валить его. Если я его убью, это будет достижение. После него рвану к первому роботу, к зеленому, потому что мне примерно рассказали тактику. Но это как бы, опять-таки, чисто на словах, а вот на деле, как это будет работать, понятия не имею. Надеюсь, вам понравилось. Сегодня вот так недолго, я не буду затягивать, ну, потому что я уже сам, правда, сижу сонный, уставший, у меня и спина болит, и... в общем, надеюсь, вы меня простите за это, 2 часа стрима сегодня не будет, но в целом, я считаю, что это очень круто. Плюс, как я уже сказал, я не знаю почему, мне не надоедает бегать, фармить ресы быстренько, чтобы прокачивать импланты для моего костюма. Это очень крутая тема. Единственное, я так понял, для того, чтобы добиться большего, нужно все-таки этих двух гигантских роботов завалить. И только после этого вы получите какой-то новый профит, новый, видимо, вид вооружения, может быть, новые запчасти, ну и прочие приятности. Проверим это в следующий раз. В следующий раз будет уже не за горами, тем более сейчас по игре The Search у меня стримы будут проходить очень часто. Это 3 раза в неделю для того, чтобы пройти. Мне очень интересно, очень любопытно пройти эту игру. При этом я все делаю на ваших глазах. Я не играю там офлайн за глазами, чтобы потом, ну вот смотрите, я там вот дошел до новой локации. Нет, чтобы вам тоже было интересно, чтобы вы смотрели. И я знаю, что не все, например, хотят купить, но многим интересно позыркать, как это все происходит. Ну вот так это и происходит, ребят. Спасибо большое всем за присутствие. Подписывайтесь на мой Twitch и YouTube канал. На YouTube нажимайте колокольчик, чтобы получать оповещения обо всех новых видео. Вступайте в мою группу ВКонтакте и присоединяйтесь к группе на платформе Steam. Все ссылочки, ребят, будут в описании. С вами был JetPod90. Оставляйте комментарии, лайки, делитесь этим видео с друзьями. Для вас репосты — это мелочь, для меня способ развивать канал. Желаю всем приятной ночи. Увидимся с вами завтра. Пока.